Вообще, конечно, в мире Нигерию в снегу никто не боится. И это, как ее назвал, я не помню, кто, республиканец какой-то, мировой бензоэкология, которая считает себя страной. Да? Ну, не боятся. Нету там потенциала для войны со всем миром. Все это прекрасно понимают. Вот это понимают, как правильно ты рассказал, и в Генштабе. Было весной одно интересное заседание полузакрытое экспертов военных в России. На нем присутствовал господин Рогозин. Об этом была утечка в прессу, в принципе, подтвержденная. Вот и господин Рогозин, который там еле помещался, как вы помните, в танк по приезду, ну, на каком-то полигоне. Это... Боже, кто же он? Заведующий оборонпромом российским, фактически. Он заявил прямо военным экспертам, что страны НАТО и США могут уничтожить всю инфраструктуру Российской Федерации за 6 часов без нанесения ядерного удара.